Здравствуйте! В этом видео я продолжу рассказывать вам про стратегии интернет-маркетинга. Давайте посмотрим, как можно изучить разные маркетинговые каналы. Если вы хотите заняться контент-маркетингом, может быть хорошей идеей изучить контент, который хорошо работает в вашей нише, чтобы могли разработать свою собственную стратегию контент-маркетинга. Не забудьте комбинировать нишевое ключевое слово с чем-то, что можно применить, например, с советами или фразой «как сделать при поиске на платформе». Выполнив поиск, вы увидите примеры контент-маркетинга, которые хорошо работают в вашей нише. Если вы хотите добраться до конца страницы и получить наилучшие результаты от канала контент-маркетинга, определите наиболее эффективные части контента и затем начните создавать что-то лучшее. Если вы хотите использовать платный трафик в качестве стратегии контент-маркетинга, может быть хорошей идеей использовать инструменты аналитики PPC, чтобы выяснить, какой подход вам нужно использовать для достижения этих маркетинговых целей. Если вы хотите изучить PPC pay-per-click рекламу в поисковой сети, вы можете использовать такие инструменты, как SpyFu. В целом, SpyFu предлагает множество исследований по ключевым словам, что действительно выделяется, когда дело доходит до анализа конкурирующих поисковых объявлений AdWords. Предположим, я хочу запустить платформу электронной коммерции, которая позволит другим создавать интернет-магазин. Я бы нашла компанию, которая преуспевает в этой нише, например, Shopify, и затем ввела бы их в URL или SpyFu. Затем я получаю обзор их деятельности в AdWords. Я уже знаю, на какие ключевые слова стоит нацелить свою рекламу и что интересует мою целевую аудиторию, когда дело касается копирайтинга. Если вы хотите использовать органический поиск в качестве маркетингового канала, он поможет определить ключевые слова, которые приносят большой трафик вашим конкурентам, а также ключевые слова, которые также были ими проигнорированы. Вы можете анализировать конкурентов по ключевым словам обычного поиска Google с помощью такого инструмента, как SEM Rush. Если вы используете волшебный инструмент SEO для ключевых слов, в SEM Rush вы сможете определить ключевые слова с высокой конкуренцией и ключевые слова с низкой конкуренцией, которые будут приносить прибыль. Одно примечание. Вы также можете использовать эту информацию для улучшения своей стратегии контент-маркетинга. Эту информацию, поскольку указанные ключевые слова можно использовать для генерации идей, для сообщения в блогах, настройки редакционного календаря и создания ценного контента. И SEM Rush – невероятно мощный инструмент. Если вы покопаетесь, вы обнаружите, что он также может дать представление о медийной рекламе Google, еще одном маркетинговом канале, который стоит проверить. Анализ конкурентов на самом деле не доступен для маркетингового канала Facebook Ads. Однако вы всегда можете следить за конкурирующими страницами Facebook, чтобы увидеть, как они рекламируются. Вы также можете изучить примеры использования рекламы в Facebook, чтобы получить представление о том, как использовать маркетинг в социальных сетях с помощью рекламы в Facebook. Если вы собираетесь использовать YouTube в качестве маркетингового канала в социальных сетях, подумайте о подписке на каналы ваших конкурентов. Изучите качество их видео.
Если у них есть какие-то видео, которые показались очень хорошими, спросите, что заставило их работать так хорошо. Если вы используете электронный маркетинг в качестве канала цифрового маркетинга, подпишитесь на все списки рассылки ваших конкурентов. Обратите внимание на контент, который они вам присылают, а также на то, какие предложения они вам делают. Погода также является ключевым фактором, за которым вы, возможно, захотите следить. Хорошо. Так что вы можете изучить маркетинговые каналы и узнать, как получить от них наилучшие результаты. А теперь поговорим о том, как все можно совместить. Комбинируя все, решите, как ваш маркетинг будет приносить деньги, как вы только узнаете о своем бизнесе и маркетинговых целях, о том, кто ваш клиент, о том, какой маркетинговый канал вы будете использовать и как вы его будете использовать. Вам нужно решить, как вы будете зарабатывать деньги. Один из лучших способов добиться этого – объединить все и создать воронку для трансформации. Воронка конверсии полезна, потому что она направляет ваши входящие маркетинговые усилия. Это делает вам представление о том, как будет работать ваша маркетинговая машина с высоты птичьего полета. Усложнить конверсионные воронки очень просто. Но в основном вы хотите сделать следующее. Расскажите о себе людям. Завоюйте доверие и авторитет. Сделайте предложение. Вы можете информировать людей о себе, используя любой из рассмотренных нами маркетинговых каналов. Вы можете завоевать доверие и авторитет, используя контент, серию автоответчиков, веб-семинар, телефонный звонок. Это будет вашей тактикой. Одно примечание. Как мы уже упоминали ранее, если вы действительно хотите завоевать доверие и авторитет, вам может потребоваться объединить маркетинговые каналы. Это может звучать противоречиво. Как я уже упоминала, вам нужно начать с одного маркетингового канала, который знакомит людей с этапами, на которых вы укрепляете доверие и авторитет. Вы не должны пытаться по-другому рассказывать о себе людям. Итак, вначале не запускайте рекламу на YouTube и Facebook для продвижения некоторого контента. Просто выберите одно. Например, вы можете использовать PPC-рекламу в качестве канала повышения осведомленности, чтобы познакомить кого-то с вашим контент-маркетингом, включить его в свой список рассылки и в конечном итоге отправить его на веб-семинар, на котором вы можете сделать предложение. Как я упоминала ранее, как только вы получите приличный доход использования одного маркетингового канала для повышения осведомленности, вы можете переключиться на другие каналы для достижения той же цели. Если вы действительно очень старались применить определенную тактику, но ничего не добились, то можете переходить к другой. Вот в этом весь смысл тактики. Это относится к маркетинговому каналу, который вы используете, или к тому, как вы представляете предложение людям. Однако, прежде чем вносить изменения, убедитесь, что вы делаете все возможное, чтобы понять, как добиться наилучших результатов от той или иной тактики. Это включает в себя изучение наших конкурентов, а также чтение тематических исследований, в которых документируется, как эта тактика успешно используется другими. И в конце вывод. В основе практической работы успешной кампании медиамаркетинга лежит хорошо продуманный план. При составлении плана можно и важно понимать разницу между тактикой и стратегией, иначе вы можете просто крутиться по кругу.
Это также помогает увидеть, что уже хорошо работает в отрасли, чтобы вы могли учиться у тех, кто работал до вас. Начните прямо сейчас со своего плана и используйте то, что вы узнали из этого видео для развития своего малого бизнеса с помощью интернет-маркетинга. Итак, мои дорогие друзья, спасибо вам за просмотр. Я желаю всем вам всего наилучшего. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!